В эфире «Вести Приволжского федерального округа». Сегодня в программе. Развитие экономики регионов. Совет при полномочном представителе президента России в Приволжье прошел в Пензе. По воде на крыльях. Новое речное судно «Валдай» торжественно спустили на воду в Нижегородской области. Лучшие в России кировские кинологи со своими четвероногими друзьями успешно выступили на чемпионате МВД. Об этих и других темах в программе «Вести Приволжского федерального округа». Стимулирование экономического роста, увеличение налогового потенциала и совершенствование межбюджетных отношений. Эти задачи обсуждали в Пензе на Совете округа. Заседание с участием министра финансов России Антона Силуанова и глав регионов Приволжья прошло под председательством Михаила Бабича. Один за другим в фойе круглого стола правительства входят губернаторы всех регионов Поволжья. До начала совета здесь есть что посмотреть. Часы, задвижки для труб, лампы, сердечные клапаны, газовые плиты, сверла. Только лучшие наработки местного производства. Предприятие развивается, поставляет. Во сколько на экспорт? Во сколько стран? 35 стран. О примерах того, как можно развиваться, подробно рассказывают полномочному представителю президента и министру финансов страны. Антон Силуанов, даже несмотря на плотный график в преддверии принятия проекта закона нового бюджета России, сегодня в Пензе, чтобы обсудить, что же может по-настоящему стимулировать рост региональных экономик. За круглым столом обновленный состав. Кто-то из глав был избран 3 недели назад, кто-то и вовсе лишь несколько дней, как носит приставку «временно исполняющие обязанности». В общем, есть шанс не только познакомиться, но и сверить часы экономические. Главный тезис встречи – наращивание экономического роста приведет к росту доходов населения. То есть, чтобы рассчитывать на реальное повышение заработных плат, нужно поддерживать бизнес и искать инвесторов. Федеральный центр в этом поможет. Отдаст на откуп регионам формирование инвестиционной льготы и заложит в бюджет новые варианты финансовой поддержки субъектов страны. Главное требование – не строить воздушных замков. Центральный доклад встречи за пензенским губернатором. Иван Белозерцев возглавляет рабочую группу совета. Анализируя место округа по объему инвестиций, валовому продукту и развитию промышленности, предлагает усилить поддержку предприятий-экспортеров, выделить в отдельную категорию государственные микрофинансовые организации, дающие поручительство малому и среднему бизнесу, и на федеральном уровне разработать оценки методики деятельности институтов развития. Экономическая дискуссия в круглом зале правительства продолжалась свыше 2 часов. Все-таки разговор о деньгах всегда самый обстоятельный. Самая чувствительная тема для регионов – межбюджетные отношения, налоговая политика. С одной стороны, мы видим практически во всех регионах округа рост экономики, рост налоговых доходов. Но, с другой стороны, конечно, есть целый ряд решений, прежде всего, законодательных, которые так или иначе влияют на налоговую базу региона. В целом ряде регионов нет сырьевых ресурсов, вот, а экономику необходимо развивать за счет создания благоприятных условий для развития инвестиционной активности. И, кстати говоря, в Пензенской области это удается. В Нижегородской области произошло долгожданное для речного флота страны событие. В Чкаловском районе спустили на воду пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай-45Р», созданное в Центральном конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева. На борту он разместит 45 пассажиров. Всего 2 члена экипажа справятся с его управлением. Готов сопротивляться волнам на скорости в 60 км в час без сильных качек. Пожелать 7 футов под килем головному судну серии «Валдай» собрались сотни жителей Чкаловского района. 2, 3. Символично. Крестной мамой проекта стала дочь Ростислава Алексеева. Она лично работала в команде «Валдая». Я всю жизнь поработала на кранопланах, занимался кранопланами. И поэтому для меня это очень как-то большая гордость быть крестной мамой судна на подводных крыльях. Тем более, если учесть, что столько лет их не спускали на воду. На торжественном собрании коллектива было принято решение дать головному судну проекта имя изобретателя подводного крыла. Ростислав Алексеев свой первый рейс совершит в Санкт-Петербург вместе с младшим братом. В ЦКБ заложили второе судно серии. Сейчас мы совместно с транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу, Министерством транспорта и Минпромторгом рассматриваем возможность перевозки почетных болельщиков в период проведения игр именно в Санкт-Петербурге. После этого это судно уйдет работать на социально значимой линии в Ханты-Мансийский автономный округ. Импортозамещающим проектом уже заинтересовались в Ульяновске и Самаре. Заказы, уверены почетные гости, поступят из многих регионов. 75 тысяч
километров без альтернативных внутренних водных путей. То есть нет автомобильных перевозок, не везде аэропорты. Поэтому вот все, что за Уралом, это потенциальный рынок. Производство головного образца заняло порядка 2 лет. Готовы к серийному. При достаточном спросе обещают выпускать до 5 единиц в год. Для региона серийное производство – это и создание новых рабочих мест. Над головным образцом трудились 25 специалистов. Массовый выпуск потребует увеличения штата. Семья из Татарстана сменила город на деревню по рекомендации медиков, чтобы вылечить аллергию у детей. Натуральные продукты решили производить сами. Нашли старинные рецепты сыров, и теперь подворье Трусеневых стало перспективной бизнес-площадкой. Сыр полутвердый, сыр из коровьего молока с укропом, сыр с белой плесенью, сыр из коровьего молока без всего, без добавок, из козьего молока без всего. Его любят в форме сердца, потому что обычно его для детей берут беременные. Трусеневы любят всем сердцем то, что делают. Эти лайшевские деликатесы с заморским вкусом пришлись по вкусу самым требовательным покупателям – мамам, которые к выбору питания для детей относятся трепетно. В этих сырах нет стабилизаторов, антибиотиков и консервантов. Все только натуральное. Плесень – это наш конек. Мы подогнали рецептуру сыра с белой плесенью таким образом, что он устраивает отечественного покупателя, он не течет, он не воняет, как аутентичный французский сыр. Весь сыр-бор начался 13 лет назад. Из-за аллергии у старшего сына врачи порекомендовали переехать за город. Завели кур, коз, стали варить сыр, йогурты. Сначала только для себя, потом для друзей. Сейчас продукцию доставляют по 15 адресам. Я знаю. В семье особые подходы к животным. Козлят кормят исключительно из бутылки. Вырастают они покладистыми, и молоко дают мягкое. Есть и особые секреты сыроварения. Трусеневы подняли старинные рецепты, перевели учебники с иностранных языков. Мечтают сделать из своей фермы сырный бренд, проводить фестивали и приглашать туристов. Ну, пока вот мы как сыровары, как производители молока, сейчас очень много желающих, которые хотят к нам приехать, посмотреть на экскурсию. Но, честно говоря, они постоянно не попадают по времени в планы. Вот. Хочется придумать какие-то, чтобы были экскурсионные дни. Как сыр в масле, не катаются. Ежедневно подъемы в 4 утра. В планах расширить и увеличить поголовье. Эта идея нашла поддержку. На выделенной земле уже идет строительство большой фермы. Примерно представлял, что я закончу институт, что я пойду в аспирантуру, что меня пригласили работать в Москву, что меня пригласили в Лондон. Вот. Я нормально буду этим заниматься. Гендерными исследованиями. Будут всегда рестораны, ночные клубы, джаз. А вот сейчас максимум, что мы себе можем позволить, это поход в кино. Но самое главное, ради чего молочный проект затевался. Детские болезни остались далеко в прошлом. Илецкой колонии «Черный дельфин» начал работать новый цех по производству швейных изделий. За машинки сели преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. В помещениях швейного участка самой мрачной российской колонии светло и приглушенно играет музыка. За двойными решетками выработка нормы по пошиву одежды в исполнении самых жестоких убийц страны. Раскраиваем, вот где-то, видите, это вот сейчас китель Синовский край, вот в чем сотрудник вот стоит. Улыбчивый осужденный Евгений Карпунин с удовольствием рассказывает о трудовых буднях. После приговора за убийство 4 человек, в том числе малолетнего ребенка, коротать неубавляющийся срок легче за пошивом тапочек и спецодежды. Уходишь, время как-то проходит, то все. Каждому свое, кому-то кто-то там свое находит, думает о чем-то, я не знаю, короче. Там это надо каждого спрашивать. Готовимся к обеду. Есть, гражданин, начать. Поработал, отдохни. Обед в «Черном дельфине» по расписанию. На первое пшеный суп, на второе лапша, хлеб и кисель. В меню 4-разового питания обязательно мясо и сок. На полдник молоко, какао и булочка. В принципе, нам хватает. Да и вкусно готовят. Санузел находится в рабочей камере. Приватность обеспечивается шторкой. В новом цехе по производству швейных изделий через 2 часа после его открытия закипит работа. И даст свой экономический эффект. К прошлому году мы сработали на 133 миллиона в год. Для нашего учреждения это довольно-таки большая, как бы, цифра. Более 80 миллионов – это осужденные пожизненное лишение свободы. И
Из 740 осужденных по жизненному лишению свободы в «Черном дельфине» трудоустроены 402 человека. В месяц содержание каждого особо опасного сидельца обходится в 18 тысяч рублей. По словам руководства колонии, маньяки, насильники, террористы и убийцы окупают свое нахождение на госсодержании. В рейтинге наиболее популярных товаров, произведенных пожизненно лишенными свободы, фигурки из хлебного мякиша, подарочные нарды и, конечно же, уже ставшие брендом домашние тапочки производства ИК-6. За год учреждение выпускает около 3 миллионов пар домашней обуви. Кировские кинологи – лучшие в России. Полицейские со своими четвероногими напарниками вернулись с победы в общекомандном зачете чемпионата МВД по многоборью. Лабрадор «Ежевика» справляется с заданием за считанные секунды. В этом автомобиле она учуяла запах наркотика. Установить точное место закладки не составило труда. Что у нас здесь? Есть. Здесь у нас мешочек с надписью. Если читаем, это опись и рец, то есть это имитатор наркотического вещества. Ежевика никогда не подводила своего хозяина. На всероссийских соревнованиях полицейских кинологов лабрадор справилась со всеми заданиями. Пес-разыскник по кличке Джек не боится выстрелов. На первый взгляд собака намертво вцепилась в нарушителя. Однако по первой же команде Джек разжимает челюсти. Дрессировочный костюм – вещь тяжелая. Эта фуфайка весит порядка 7 килограмм, а костюм полностью – около 12. Толщина костюма составляет чуть более 2 сантиметров, состоит из нескольких слоев. Первый слой износостойкий, чтобы собака его не прокусывала, а все последующие смягчают укус животного. Бесстрашие и послушание было оценено на чемпионате МВД, но стремиться есть куда, говорит хозяин пса. Допустили мы с ним пару ошибок на выступлениях, но это больше скорее волнение сказалось, потому что конкуренция большая на соревнованиях. Вот. И, ну, вот мое волнение передалось ему, соответственно, из-за этих ошибок мы, можно сказать, не вошли в призовы. Вот. Какое место заняли? Мы заняли 4-е место. Попасть в тройку лидеров смог только один из вятских кинологов. Однако кировчане выступили стабильнее конкурентов. В общекомандном зачете кировские полицейские стали первыми и теперь носят титул чемпионов. Далась победа нелегко, так скажем. Тренировались долго. Вот. Были нюансы, конечно, можно было и лучше выступить. Но нервы надо вот над нервами еще работать. Кроме диплома победителя, Кировский центр кинологической службы получил автомобиль, который теперь будет использоваться в служебных целях. Машина пока на складе. Полицейские оформляют необходимые документы. Вы смотрели программу «Вести Приволжского федерального округа».